Компания «Казах Ойл» приняла участие в конкурсе HR-проектов среди брендов стран Центральной Азии. Они вошли в тройку лидеров номинации «Лучший работодатель». Сам конкурс имеет престижный уровень. В нем участвуют популярные в Центральноазиатском регионе бренды и компании. Какой проект представила компания «Казах Ойл» и чем отличилась, Жанат Турсынов расскажет. Премия HR-бренд «Центральная Азия» – престижная награда, которую могут получить компании Казахстана, России, Белоруссии, Кыргызстана и Узбекистана. Этот конкурс проводится уже 10-й год подряд. Целью проекта является демонстрация, оценка и продвижение передового опыта компаний. «Казах Ойл» занял второе место в номинации «Страна» и стал одним из лучших брендов-работодателей среди компаний Центральноазиатского региона. Компания представила на конкурсе свой успешный проект «Лига чемпионов». Критерии были, ну, во-первых, насколько тот или иной проект, он поспособствовал, скажем так, изменению корпоративной культуры не только внутри компании, скажем так, но и являлся своего рода примером или образцом для подражания. Это основное. И в чем заключалась все-таки уникальность и новизна проекта. И наш проект, он действительно является уникальным и своеобразным. Лига чемпионов, которую компания проводила среди своих работников, действительно позволила не только увеличить производственные показатели, но и сплотить сотрудников перед общей целью. Лучший коллектив определяли по показателям работы за год. Победителями конкурса стали работники АЗС «Казах Ойл» в селе Атаскескен, области Абай. Они получили путевку в Египет, а после отдыха серьезно настроились на победу в следующем году. Мы как-то думали, ладно, лучше деньгами возьмем, пусть нас поощрят. А так мы перебьемся. А когда нас уговорили поехать, мы когда уже съездили, уже обратно едем, и у нас уже действительно на следующий год уже настрой. Надо постараться победить. Именно этот корпоративный проект признан одним из лучших среди 26 номинантов из стран Центральной Азии. В «Казах Ойл» сейчас работают более 5000 человек. Компания, которая не привыкать к инновациям, использует различные технологии для повышения профессионализма и комфорта своих сотрудников. Благодаря реализуемым корпоративным проектам показатели компании выросли на 50%. Жанат Турсынов, Виктор Джигирис, Атамекен Бизнес.